Доброе утро. У нас снежок, тепло на улице, пошел снежок. Видно, да? Сегодня понедельник, время 5:40. Сегодня у меня последний день каторги в больнице. Полдня, вернее. Боли выписывают. Надеюсь, конечно, снимают швы и выписывают все как положено. И бегу на работу, как обычно. Ладно, будильник прозвенел в 5 часов. Проснулась, глаза вытаращив. Даже не завтракала. Не хочу что-то я ничего завтракать вообще. Обычно я всегда завтракаю в это время. Не хочу завтракать. На улице вообще прекрасно. Вообще. Прям так тихо-тихо. Прям идет снежок. И прям, знаете, что-то прям потепление хорошее. А это всегда так, когда идет снег, идет тепло. Вчера, короче, смотрела одного блогера, куда идти после Ютуба, депортироваться с Ютуба. Короче, все переходят на Телеграм. Я, знаете, я так посмотрела что-то, написала Телеграм, да, в поисковике. Я же не знаю, как им пользоваться. Я Ютуб-то кое-как освоила, понимаете? Для этого потребовалось 2 года освоить Ютуб. Пока осваивала, блин. Пока осваивала, Ютуб закрывается, девочки. Блять, что за жизнь такая? Я теперь новые площадки не знаю, как осваивать. У меня, во-первых, нету времени, я не знаю. Ой, Телеграм. Я, короче, я вот освоила, пока еще не до конца, да, где я видео загрузила. Я забываю, как называется, я потом вам скажу. Хотела же посмотреть, как оно называется. Идет. Забыла, девочки. Напишите мне в комментариях, я скажу, да или нет. Название площадки, где можно выкладывать ролики свои. Вот, Телеграм-канал, да. Мне нужно сесть спокойно, хотя бы разобраться. Я вчера, короче, я посмотрела, я не могу. Я не знаю, я не умею. Там надо закачивать, как бы ролики, регистрироваться где-то. Там написано скачать на ноутбук Telegram, скачать на телефон. Его надо скачивать? Ответьте мне, пожалуйста. Или не надо? Без скачки я не могу. Ну, зарегистрироваться там я не знаю как. Я просто не знаю, я не умею. Понимаете? Потом что еще хочу сказать. О, у меня в шапке, если кто меня терять не хочет, у меня в шапке есть этот, как его... Ой, в Ютубе здесь в шапке, да, на главной странице ВК. У меня там ссылка на мою группу Сваха. Но вы можете через эту группу найти меня. Там администрация. Где администрация, там как бы есть я. Там нажмете, найдете мою страничку. Подписывайтесь на мою ВК. Буду, наверное, я, наверное, буду... Еще надо скачать мне на телефон ВК. Я вообще не пользовалась телефоном ВК, честно сказать. Не знаю. Вот. Сейчас такие задачи передо мной стоят. Буду... Я ВК-то до конца не знаю. Блять. Буду осваивать ВК, да? Вот. Загружать туда эти ролики. Трансляции там можно с телефона открывать. Угу. Ну все куда-то идут. Инстаграм закрылся, Фейсбук закрылся, заблокировали. Куда-то надо переходить, конечно же, Ютуб заблокируют, я так понимаю. Я сейчас скачиваю ролики свои, да? Очень мало скачала, у меня очень много роликов на Ютубе. Скачиваю на этот, как его, на ноутбук. Там, наверное, роликов 50 всего скачала. Хочу перекачать, как бы, но для памяти оставить. Мне же жалко, да? Сколько проделано моей работы, сколько я записи вела. Я же хотела это оставить на всю жизнь. А заблокировать потом что делать? Что пиздец? Если честно сказать, я расстроенная. И, как сказать, не то, что немного расстроена, я очень сильно расстроена по поводу этого. Дело-то не в деньгах и не в монетизации. А дело в том, что, например, мне тяжело осваивать всякие новые площадки. Понимаете, как бы мне нелегко это все дается. Я не очень-то во всем в этом разбираюсь. Ну вот. Вот эта пертурбация, вот этот переезд, мне очень, как бы сказать, ну, тяжело для меня. Потому что даже если куда-то даже, ну, переезжать, вот, например, в жизни, да,
для меня тяжело. И также вот с Ютуба тоже переезжать для меня тяжело. Надо куда-то осваивать новое место и... Ой, не знаю, с чего начинать. Я уже привыкла здесь на Ютубе. Я вот ролик веду, да, трансляции веду, разговариваю с вами. И мне закачало, и как бы мне... Я уже знаю тут, как куда еще нажимается, да, а там ничего не знаю. В голове каша, расстроенная, конечно. Но все пишут, что YouTube будет закрываться. Я не знаю. Не хотелось бы, конечно, чтобы YouTube закрывался. Хоть и без монетизации пусть он существует, да? Вот. Но что-то надо делать, надо скачивать ролики, да? Сейчас вот у меня просто времени нет. Я даже не знаю, когда мне это все делается. Качается очень медленно у меня скачивается то, что я раздаю интернет с телефона. Роликов очень много. Вот. Потом что еще? Когда я их перекачаю, не знаю, потому что я как бы все равно же еще выпускаю новые ролики. Их тоже надо. И как бы на телефоне они остаются, я их удаляю, потому что у меня на телефоне память забивается, и с телефона я удаляю, чищу память, чтобы записать новые ролики. Такой, короче, геморрой создали, да? Для видеоблогеров. Просто, ну... невыносимый. Для этого нужно время, ну, сидеть, да, осваивать, перекачивать, закачивать, понимаете? А у меня просто физически времени нету. У меня даже, блядь, вот честно сказать, на себя нету времени нормального. Вот я умылась, да, кремом намазала лицо, губы накрасила, и все, и я в дороге. Все, я ничего с собой не делаю. Раз в два месяца постриглась, раз в полтора месяца, и брови раз в полгода общипаю с усами. И все. Душ принимаю утром и вечером. У меня нету времени. Сейчас с одной каторги ухожу, да? Начинается другая каторга. Массажи это тоже ведь работа. Вот, массажи. Потом надо ехать в Марпасад. Завтра сын уезжает в Москву. Надо ехать в Марпасад, делать генеральную уборку квартиры. Мыть там всю квартиру. Ну, с окнами, со всеми делами. Хочу убраться. У меня планы такие. Как бы, когда мне выбрать день. Потом еще какую-нибудь каторгу мне найдут. Вот. Я просто разрываюсь. Я сижу за старым компьютером. Кулька сидит за новым. Я сижу за старым, потому что мне старый привычно. Я не, даже, блядь, не хочу за новым сидеть. Представляете, я никак не могу со старым компьютером, своим ноутбуком расстаться. Потому что у меня там все пароли, там все. Ой. Вот такой я человек. Со старыми вещами очень, ну, трудно расставаться, к которым я привыкаю. Так же и с Ютубом. Даже плакать хочу. Ну, почему так все, да, и вообще? Все через жопу. Мне этот Инстаграм, да, вот с этим Фейсбуком, вообще похую вообще. Как-то, знаете, еще... И, а, еще в этом, как его? Ну, эти-то, как он называется... Китайский сайт, я тоже там не могу вот эти короткие ролики загружать, то тоже на него похеру. Ой, не знаю, не знаю, народ, что делать. Делается у меня взрыв мозга, рыбу я так не приготовила вчера, потому что устала как собака, я ее положила в морозильник. У меня оттаивается позавчерашнего дня фарш, ну, в холодильник я его переложила, надо что-то с фаршем делать сначала. Сегодня приеду пораньше я. Надо его что-то изготовить с фарша. Еще блины хочу сделать с фаршем, но сегодня я не буду делать. Не знаю, когда что делать. У меня просто я разрываюсь, у меня очень много дел, и у меня я ничего не успеваю. Потому что нужно работать. Рис басмати индийский подорожал. Вот я покупала на Озоне 2 килограмма по 404 рубля. Сейчас он 2 килограмма 808. Я вообще в шоке. Чего я сразу не купила пакет 5-килограммовый? Или 2 килограмма, по 2 килограмма. Два пакета. Две сумочки. Сумочки очень удобные, замками застегиваются, на молнии. Купила в какой-то веке, блядь, рис, да, басмати. Хотела его давно-давно. И ту купила мало, девчонки. Не знаю на него смотреть, не знаю его есть. Вот. Короче, все через жопу, все вверх тормашкой теперь у нас. Нашей жизни.
Все очень дорого. Все подорожало. Ютуб закрывается. Блять, куда идти? Чего делать? Как это все осваивать? Надо время, надо. Блять, у меня просто кипит мозг. Я вообще не знаю, как мне быть. Напишите мне в комментариях, что мне делать. Куда мне, короче, депортироваться, притрубироваться. Ну, короче, это, найдите меня ВКонтакте. В шапке у меня контакт. И на почту пишите. У меня там есть, по-моему, почта еще в описании моего канала. Там найдете почту мою. Пишите на почту, если не хотите меня терять. Кто куда, короче, пишите. В Одноклассниках буду еще тоже транслировать. Транслировать, загружать ролики. Да, в Одноклассниках. А что делать? Я не вижу просто уже, как сказать, никакого выхода. Мне легче в Одноклассниках начать. В Одноклассниках. Как меня найти в Одноклассниках? Как вы меня найдете-то? Одноклассников у меня нет на Ютубе. Короче, я скину под роликом, под этим роликом попозже вечером. Я сейчас этот ролик выставлю сюда, в Ютуб. Потом попозже зайдете еще раз. И там я выставлю свои одноклассники. Я тоже не могу здесь сделать вам ссылку. Я не умею пользоваться через телефон, создавать в описании ссылки. Я этот, как его, вечером буду дома и через ноутбук вставлю ссылку под своим этим роликом на одноклассники. Да, а что делать-то? Ну что делать-то, блядь, в Одноклассники, ВКонтакте, если вы меня не хотите потерять. А если хотите потерять, значит никуда. Значит, вы не будете со мной. Ну, мои фанаты меня не потеряют, мои давнишние, я это точно знаю. Всем хорошего дня, отличного настроения. Всех обожаю, я побежала.